Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы сделаем еще одно стильное, модное украшение. Простое. Делается быстро. Нужны для этого проволока, memory проволока с памятью. Бусины, любые, какие вам нравятся или какие у вас есть. У меня вот такие. Я уже из них второе украшение делаю. Вот. И силикон. Я вот решила сделать с белым. Оно будет такое нежное. И очень красиво будет смотреться на загорелой коже. Так как сейчас лето. Правда, не смотрите, что я в теплой кофте. У нас в Крыму очень холодно. Идут дожди. У меня приехали дети. И вот вместо моря сидят на террасе, смотрят телевизор. Что же бывает? И такое бывает. Вот. Ну, для начала я одела эти бусинки. Потом я беру такие колпачки, естественно, под цвет. Одеваю, чтобы концы были спрятаны. Вот. И теперь мне нужно отрезать два кусочка. Украшение это будет чокер, ну, под шею или чуть пониже в зону декольте. У кого какая шейка. Не бойтесь, что оно белое. Взяли тряпочку и протерли. Ну, стараясь, конечно, не касаться фурнитуры. Так. Немножко длинноватый отрезала. Чуть-чуть еще обрежу. Вставляем на край, тоже одеваем такую же штучку. Вот, загибаем. Загнули и делаем колечко, чтобы застежку поставить. Зажимаем. Вот видите, что у нас получилось. Так, соскочили. Ой, люблю делать украшения. Это такое занятие. Для меня это прямо релакс. Я много лет этим занимаюсь. Так, где у нас лапа? Так, опять на другую сторону одеваем.
колпачок и вот эту. Лишнее отрезаем. Так. Самое главное, надо смотреть, что когда вы заканчиваете вторую сторону, чтобы у вас все там было как надо, на второй стороне, чтобы все подтянулось, не болталось. Вот, видите, выскочило. Одеваем колпачок. Очень быстро все делается. Еще подтянем. Так, опять загибаем и делаем еще одно колечко. Проволока тугая. Нужно прикладывать усилия. Так. И теперь нам нужно сделать застежку. Можно и без застежки. Можно и без застежки, оно будет держаться. Но просто разные шеи. И по-разному люди любят. Поэтому нужно... Можно, да, я иногда просят, делаю без застежки. Вот. Но сейчас я, чтобы вам показать, сделаю застежку. Застежки я люблю ставить вот такие. Карабин не всем удобно застегнуть самим себе на шею. А это очень удобно. И застегнуть, и снять удобно. И в то же время она никуда не денется. Вот сейчас будем ставить. Для того, чтобы нам поставить застежку, нам нужны еще маленькие колечки. Для чего это нужно? Для того, чтобы любую, если вы даже ставите там и карабин, и какую магнитную, какую угодно, нужно еще поставить по колечку. Чтобы это все не перекрутилось, а свободно было. Колечки я люблю вот такие. Не круглые, а овальные. Вот как объяснить? Круглые, они крутятся вокруг. И мало ли, может, чуть-чуть разогнулось и соскочить. А овальные, они... Все-таки держится на этих узких концах. Меньше шансов, что это соскочит. Так, кольца разгибаем в стороны. Не так разгибаем кольцо, а в стороны. Так оно будет потом проще и красивее у вас застегнется. Ну, в смысле, загнется. Одеваем. И потом... Ой, соскакивает. Так. И закрываем это колечко. Так, смотрим, чтобы все это не царапалось. Чтобы все это аккуратненько было. Вот оно одето. Так, и на другую сторону разгибаем. Зрение, девочки. Проблема в возрасте и в зрении. Если раньше это
делалось просто за секунду, теперь не всегда. Ну, что делать? А делать хочется. Без этого уже не жизнь. Так, одеваем другую сторону. И закрываем колечко. Опять проверяем, чтобы не царапалось ничего. И вуаля! Украшение готово. Сейчас я вам покажу его на манекене. Вот такое украшение у нас получилось. Нежное. На загорелой коже будет прекрасно смотреться. Застежечка. Такое вот украшение. На шее, на нормальное, оно не будет так вот смотреться вот таким кругом. Потому что, ну, манекены, они сделаны маленькой, у них тоненькая шея. И непропорционально, видите, вот как. Вот, оно будет вот так вот. Вот, девочки, получилось. Оно не короткое. Вот, оно с застежкой почти 60 сантиметров. Так что на тоненькой шее оно будет смотреться довольно длинным. Спасибо всем за внимание. За украшениями обращайтесь в мой магазин в Инстаграм. Или пишите в комментариях на мой канал на YouTube. Спасибо.